полицейские функции в Риме исполнял кто-то, какой-то определенный магистрат, или это прерогатива военных? Ну, если говорить вообще о Римской империи, там же масса городов были образованы просто из легионных лагерей. Там никого, кроме легионеров, не было, и понятно, что дежурное подразделение выполняло и полицейские, и же функции пьяных соратников по углам растаскивать, если что, из борделей. А войсковых товарищей. Да, однополчан, не дай бог, начальство. Это ж нужно одной рукой непрерывно отдавать воинское приветствие, да, а другой рукой его нести. Не дай бог очнется, а у тебя воинское приветствие не он. А ты его обнимаешь. Да, 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 да. Что это такое? Если говорить о Риме и, собственно, о италийских городах, то, конечно, вигилы смотрели за всем этим. То есть стража, дословно говоря. Вот стража. Она формировала городские когорты, и там всякие служили отслужившие ветераны зачастую. Вот. Были специальные люди, ответственные за, как это называется, судебно-полицейские функции, идилы по уголовным делам, вот буквально. Кстати, известный порнограф римский Публий Овидий Назон начинал свою карьеру именно в ментовке в римской. Следователем был. Следаком. Да. А потом они доехали до Соединенных Штатов. Вигилы и превратились там в вигиланты. Да. Это граждане, да, зорко, да, стоящие, да, да, на страже, да, беглых, да, негров там и всякое такое, да. Вот. Они следили. Да, ну, конечно, если где-нибудь поблизости от общественных зданий, там могли претерианцы гулять, конечно. Претерианская гвардия тоже следили за порядком. Но в основном, конечно, это функция вигилов.